Один на борту! Сбрось его! Thank you.
Я услышал одно из четырех животных. Иди и смотри. И я взглянул. И вот конь бледный. И на нем всадник, которому имя Смерть. И ад следовал за ним. И дана ему власть над четвертую частью земли умерщвлять мечом и голодом, и мором, и зверями земными.
Гейл, не двигайся! Я вытащу тебя отсюда! Но мне надо связать тебе руки! Нейт! Нейт! Но инфекция! Я не... Нейт, вытащи меня отсюда! Не стреляйте! Стоять, твою мать! Я не опасен. Я спас твоего брата. Дал ему противоядие. Противоядие? Формула у меня в голове. Она ведь действует. Хочешь спасти миллионы жизней? Вытащи меня из этого ада. Ты создал этот ад! А! Гейл! Пусть он умрет, Нейт. Иначе это не кончится. Никогда! Я тебя спас. Ты был моим блудным сыном. Я пощадил тебя. Ты понимаешь, что будет, если я умру? Нам нужно противоядие! Он должен умереть. Нет! Я сделал выбор. Пожертвовал одной жизнью ради тысяч. Человек создал чуму, заставляющую брата убивать брата. Где можно спрятать человека с такой силой? Силой, способной менять исход войны. Это не важно. Он должен отдать противоядие. А потом я найду его. Я поклялся, даже спустя годы.